мы вместе решили подойти. Там на фруктовой лавке сидела женщина с мужчиной. Вообще, у меня был страх до этого подходить к азиатам, потому что я знаю, что они мусульмане, и неизвестно, какая у них реакция будет, если сказать, что мы христиане, Бог вас любит. Но, к моему удивлению, они с улыбкой нас приняли. Я сказала, можно ли помолиться за то, чтобы у вас день был сегодня хорошим, чтобы клиенты были, чтобы финансы у вас прибавились еще благодаря клиентам. Они согласились, мы их благословили. Мы только начали молиться, уже клиенты один за другим заходят, выходят, и уже кто-то что-то покупает. Я просто вижу в этом Божью благодать, что несмотря на то, что какой-то религии, веры, он благословляет финансово, если ты просишь. Они в этом увидели Бога. Потом, когда мы возвращались обратно, мы решили им подарить клиенты, календарики, то есть. Они такие спрашивают, вы из какой организации, вам что, зарплату платят за то, что вы так вот делаете? Я говорю, нет, мы это делаем абсолютно бесплатно, потому что сегодня нас Бог побудил просто ходить, благословлять людей. Вот. Они очень обрадовались, и я все-таки переборола это, я сказала, что Иисус их любит. Они это с улыбкой на лице приняли. В общем, не надо бояться подходить к мусульманам.